Как распределено внимание у человека? Ну, например, у водителя, у любого водителя, тех, кто ездит за рулем, внимание такое не рассредоточенное, а объемное. Я когда, например, двигаюсь, иду, у меня объем, ну, внимание такой вот широкий круг. Я когда что-то делаю, я учитываю, где, чего и как, обхожу там кого-то, ну, понимаю, что здесь могут быть для кого-то неудобства. А смотришь, другой человек там, а у него внимание вот так вот. Он действует внутри, он даже не понимает, как Большинство это. ДТП из-за этого. Да, вот это на личном уровне, как можно увидеть, внимание вот тут вот. Если те, кто нас смотрит, может вспомнить, вот такое внимание вот здесь вот. У любого человека, у нас с тобой тоже может возникнуть в моменты сильного стресса. Внимание схлопывается, ты начинаешь вот этой паникой, то есть ты как бы понимаешь, что происходит в панике. Ты схлопываешься, ты не видишь все целое, начинаешь суетливо пытаться, вот, а тут ничего не решишь. Ну, маленький объем. А есть люди, которые так живут, их много. Вот идешь, оно себя прет так как-то. И если сказать что-то, что вы делаете, а можно аккуратнее как-то. Человек обидится. Как вот господин Котета искренне обиженный, думаю. Вот реально, это же нарушение еще в каком-то смысле незрелости, в таком зрелом возрасте. Это говорит о том, что там невозможно раскаяние, то есть признание ответственности. Такой факт невозможен. Это свойственно маленьким детям. Да. Ну так это опять-таки то, о чем мы часто в эфирах говорили, о том, что очень много наших людей, они не, ну, украинцев наших, да, они остаются в этом детском возрасте. То есть человеку там 40-50 лет, а он по-прежнему ребенок, который, ну, который искренне возмущается, вот как Николай возмущается, что к нему пришли, значит, вот эти деньги выложили там. А как же я, а где же я столоваться-то буду? Да, Понимаешь, а да, да. где я столоваться-то буду? Там же вот в фильме было искреннее возмущение, то есть когда он говорил, подождите, а где я столоваться буду? То есть для ребенка маленького это естественно. Там недавно тоже пример был, там парень молодой тоже, ну, подросток, сделал глупость и тоже так возмущенно реагировал на реакцию родителей, подождите, как это? Как же я буду без вот этих вот вещей? Они не мои, но как же я без них буду? И это проявление детскости. Но одно дело хорошо, когда у ребенка еще там, даже подросток, он когда проходит кризис, это нормально. Но когда это у взрослого человека, еще и успешного, а если человек такой успешен, это много говорит о нашем обществе.